Так, всем приветики. Выпил я 4 рюмочки коньяка и потянуло меня на ремонт. МПС 1 Mitsubishi Pajero Sport. Надо, короче, вон ту тачку ремонтировать. В смысле, не УАЗик, не от мотоблока, а вот с оглоблями. Короче, цепляется она за лошадь. Не все знают, что такое лошадь, конечно же. Смысл в чем? В чем ремонт? Какой ремонт у меня? Вот у меня замечательный такой указатель давления масла двигателя. Он работал, и по дороге у меня пропало давление, но я не заметил дым. У меня выгнало масло. Как выгнало масло? Вот он, датчик стоял. Замечательный. Чего производства не скажу, родной, не родной. Но смысл в том, что вот он разорвал его так. Ну, в общем, вот. Он припаян вот так вот, отошло и выгнало масло через датчик. Вот так вот. Это было дело на трассе, ехали мы на работу на север. Вот это дело вкручено было. Вот резьба конусная. И вот это шестигранник было вкручено в корпус масляного фильтра. Это уже самоточка, то есть российская разработка нанотехнологичная. Хуйня потерялась. Что делали мы? Мы стоим посреди трассы, темняет, север. Правда, апрель, еще тепло. Мы вот под этот датчик, под этот грибок, остаток, вот сюда вкладываю резину от шланга и вворачиваю обратно, и все заворачиваю на место. Короче, глушу датчик, едем вообще без приборов. Какой смысл? Я в интернете вычитал в группе по МПС, по Mitsubishi Pajero Sport ВКонтакте, что у кого-то проблема была, давление показывает, а лампочка горит. Смысл в чем? Смысл в том, что провод один идет на лампочку и на указатель. Если у вас стоит такая вот приборная панель дополнительно, то тут стоит вот этот датчик, то тогда у вас не работает лампочка. Прикол вот в чем. А тут у меня стояла лампочка, но она не горела. Я нашел, почему не горела. Она заклеена была изолентой, замотана. Вот такие дела. Почему так сделано? Я нашел этот провод, сейчас подключил, подключаешь его на массу, и у вас горит лампочка, и показывает полностью указатель на 8 атмосфер ждавит. То есть вы заведете, лампочка погаснет, и погаснет ваш указатель. Прикол в чем? То есть либо лампочка, либо это. Когда у вас стоит вот этот указатель, вам нужно просто отключить эту лампочку. Не заматывать ее изолентой, а снять ее нахуй вообще. Вот так вот. И сейчас я буду ставить вот этот датчик на лампочку. Просто на лампочку. И здесь я отключу просто вход на датчик, чтобы он не шкалил у меня. Он будет просто шкалить, когда заглушено, заводишь, он будет падать. Но пока я сделаю так, чтобы время не терять. Смысл вот такой вот. Вот этот переходник я взял, приварил к нему гайку 14 и вернул жигулевский датчик аварийного давления масла. То есть там 60, 22, 38, 29, что-то какие-то вот такие на нем цифры. ОТК, ХУИТК, короче. Вот, пока будет так, но потом я возьму такой же датчик, приварю к нему штуцер шланга тормозного УАЗ, и от него сделаю медную трубку куда-нибудь на кузов. И там уже поставлю тройник под вот этот датчик, будет выход. И под вот такой вот. Для чего это нужно? Просто у меня был случай, поверьте моему опыту, вот этот вот датчик, вот эта вот пластмасса, выломал ее. Когда она отлетает, то она не показывает, если у вас пропадает давление. Просто лампочка не будет гореть. Это если у вас такой грибок, если он отлетает от него провод, то он тогда будет показывать, что у вас давление упало. А это наоборот. И в
тот тройник я вкручу датчик с прямой резьбой. Не УАЗовский с конусной, а с прямой жигулевский датчик. Вот такой вот. Если он будет, как скажем, коннектиться вот с этим, вот, то будет с этим. Нет, поставлю другой. Поставлю жигулевский простой. Ну, смысл тоже тут вот. 0,8 кГС на сантиметр. Смысл в чем его работы? Он за счет сопротивления работает. То есть давит. И там стрелочка такая, она ведет по спирали. И в зависимости от длины спирали изменяется сопротивление и изменяется показание прибора. Вот смысл в этом работы этого датчика. Но пока поставлю лампочку. Езжу я вообще без указателя, без всякого. Уже 2000 больше наездил. Вот так вот. То есть такие вот дела. Покажу примерно, как снимается вот эта вот панель. Может, кто-то не знает, как оно ее разобрать, как снять. Вот так вот. И все потом покажу в работе, как это будет работать. Маленько длинноватое видео, но ничего страшного. Вот желтый провод, это с датчика идет на указатель давления. Сейчас подключи он. Так, он не будет сейчас показывать ничего. Просто будет шкалить, когда вы будете глушить машину. Посмотрим потом на горячую, как будет работать. Так, ну автомобиль уже работает минут 15-20 на месте. На 1000 оборотов работал. Вот что у нас. Давление. Лампочка жигулевская. Ну, УАЗовские срабатывают 0,4-0,8 где-то давление. Жигулевский, думаю, не намного отличается. Митсубовский, он включается на 0,3. То есть давление, однако, есть. Вот температура такая. Вентилятор не включался электрический. Кондиционер. Лампочка не горит. Сейчас попробуем. Так, вот лампочка горит. Все сразу погасло. Но это еще есть давление просто в системе. Вот так вот. Made in Russia.